беседует стримером. 100 битцов, 1 доллар. Вспомните, блядь, кнопки. Блядь, вспоминая кнопки. Хуй его вспомнил. Сука, говно. Рип. На нахуй. Левый, левый стреляй. Да, блядь, не правый. Бля! Ебаные кирпичи, блядь. Изи. Ебать, я сейчас доджил, блядь. Какую-то лютую хуйню я сейчас доджил. Ого, ты все-таки справился, жаль, я ставил на твоего противника. А потому к большому боссу я тебя просто так не пущу. Сперва сыграем. Ну ты залупа, конечно, ебаная. А, тут разные боссы, блядь. Нихуй. Ты че, блядь, охуел? Привет, ты че, охуел, блядь? Чат, семейная помощь нужна. Да, блядь, они как-то хуёво летят. Ну, типа, мини-мини-босса, короче, да. А это, блядь, что? Да какой два, блядь, жулик ебаный, блядь, мошенник. Не, мошенник, стопрос. Это мошенник, блядь. Сука, я два хотел. Блядь, такая залупа, блядь, ты такой уёбок, блядь. Вот ты просто мразь ебаная, нахуй. Бля, это пиздец какой-то, блядь. И в конце надо, наверное, еще с ним будет попиздиться, да? Такой мошенник, блядь. Вы... Ну это три было, вы же видели, что это три? Ну вы же тоже видели. Ну вы же видели, что это три, да? Такой, блядь, уёбок. Ой, блядь. Да любую хуйню давай, блядь. Не понял это так вот сейчас. Давайте вот так въебу просто. Не, сишка легкая вообще. Сишки я не должен терять хп. Да, да, не должен. Блять, наебщик, тупорылый. Блять. На этой хуйне тоже можно не терять хп. Довольно легкий босс тоже. Я нажал парирование, блядь. Я, блядь, самого босса даже вот этого еще не видел, блядь. Я на таком говнихе потеряю, блядь. Ну, это, по-моему, самая легкая хуйня вообще. Ебать. Ну да. Да, заебись, ультимочка еще тоже. Охуеть, круто. Это только одна атака, да? Охуеть, круто. Мне надо перекусить что-то. Я уже прям, не знаю, очень хочется кушать. Ну, в моем случае, вот, заходите сюда, выбираете игру, выбираете дату. Ну, уже второе нельзя выбрать, потому что, ну, второе уже прошло. 9, 16, 23, оп, заходите там, выбираете. И погнали. Все супер просто, все супер понятно. Играем по фану. Играем по фану, получаем удовольствие, получаем призы, адреналин. Йоу. Там Аляша делает? Играет. В смысле, ты что-то против Аляши имеешь? Я не понял. Я сейчас, блядь, на тебя вот натравлю, нахуй, зверя, блядь. Льва, нахуй, уссурийского, блядь, австралийского, блядь. Какая пизда, блядь. Чел, нахуй. Так, чё там? О, ебать. Ща, блядь. Всё, блядь. Я готов, нахуй, я, блядь. Разъебу тебя, нахуй. Давай любую цифру, блядь. Ебать, аж Пепа охуела, блядь. На, нахуй. Ай, блядь. Нормально, нормально. Все, нормально, нормально, блядь, нормально. Ебать, а ты кто, нахуй? Бля, у меня память очень хуевая. Ебать, кретинский босс, блядь. Босс бухло. Эй. Да сука! Ой, из себя весь негатив сейчас просто в это отпустил, блядь, так сказать. На, нахуй. В смысле, одинаковые же были?
Блять, нет. Ебать, долгий босс, пиздец. Блять, нечестно, сразу, блять. Сразу нечестно, блять. Да, блять. А как ты этой хуйни допры... Не, хитбокс неадекватный вообще. Блять, неадекватно. Это реально неадекватная хуйня, пиздец. Карты слишком большие. Я не могу даже на них запрыгнуть, банально. Я не могу никак на них запрыгнуть. Ни дэшем, ни необычным... Я никак не могу на них запрыгнуть. Ну ты же, блять, ушел! Заебался уже монитором мыть, к слову, блять. Блять, я реально такой дебил. Блять, я реально, сука, такой конченый. Я серьезно, блять, вот... Ой, блядь, боже, как я себя ненавижу, блядь. Откуда у меня вообще жена взялась, блядь? Пепа, откуда у меня Таня, блядь? Откуда у меня дочка, блядь? Откуда у меня ты, блядь? Я же, сука, уёбище, блядь. Которая не может задоджить атаку элементарного, блядь, босса. Это рофл, что ли? Блядь, я 2 хп на этой хуйне потерял. Тильтаос объявляет запущенным, блядь. Ну я нажал, блядь. 6 хп, надо на него 6 хп. Я не вижу вариантов, как по-другому его выигрывать. Это, блядь, эти карты, это полная хуйня. Это вообще супер легкая хуйня. Ёбаный чертополох, блядь. Чтобы у тебя все самое хуёвое в жизни, блядь, случилось. Ну я не знаю это вообще эту хуйню. О, да. Ой, блядь. Это было приятно сейчас. Жутко весело. Блядь, не верю. Блядь, не верю нихуя. Так, так, вот это я понимаю успехи. Одолеть эту шестигранную бездарь. А, да еще и собрать все договоры. Ну-ка, давай их сюда. Пошел нахуй. Решил надуть меня, как и остальные. Я тебе покажу, как слово нарушать. Защищайся. Так, ну давай смотреть твои атаки, ебаные. Огоньки. Но это не все. А, это еще и, блядь. Блядь. Ща придрачусь, нормально. Б? Бля, я не понял, что делать. На змее я не понимаю, что делать. А, в самый конец уходить, понял. Да, блять, какой тайминг надо поймать? Я не понимаю тайминг копыт вообще. А, нихуя себе. По слезкам прыгать? Ебать. Блять! Да ебаная чертила, блять. Блять, я даже не прыгнул, ебаный. Не, я потерял концентрацию. Да ну, блять, как затаймить-то? Я же нажал парирование, блять. Да ты заебал их таймить по-разному, блять. Он, блять, копыта каждый раз по-разному таймит. Да, блять, нечестно, нахуй. Ебой. Братья одержали победу над дьяволом, и наконец он запросил пощады. Мы должны бы проявить милосердие, усмехнулся Чашек. Но мы еще не закончили. С этими словами Чашек и Кружек уничтожили все договоры и спасли обитателей Чернильного острова от вечного служения дьяволу. Ох, дождаться не могу, когда мы всем об этом расскажем, сказал Чашек, и братья поспешили домой. Кто последний, тот мыльница, закричал Кружек, и они припустили еще быстрее, припустили. Ага. Прибежав домой, братья собрали всех обитателей Чернильного острова. Вы больше ничего не должны дьяволу, объявил Чашек. С его властью покончено навсегда, добавил Кружек. Старый чайник в буквальном смысле слова засиял от гордости, когда обитатели острова начали скандировать «Слава Чашеку и Кружеку! Гип-гип, ура, блядь!» И начался веселый праздник. Но прежде братья пообещали никогда больше не искать проблем на свои фарфоровые головы, блядь. И они сдержали свое ебаное обещание, пока проблемы не нашли их. Но это уже совсем другая история. Жижи.
Пиздец, крутая игра вообще. Бля, ну на поезде я хотел дропнуть эту игру, честно вам сказать. Все, ждем новую лигу. Стрима не будет до 19 числа. Ты что, я что, ебланши? Какой, блядь. Какие минусы у Капхеда? Ну как для игры, для такого жанра, блядь, вообще нет минусов. Это, блядь, идеальный платформер вообще. Там еще скоро аддон Капхеду выходит. Ну как скоро, в конце года вроде как. Я думаю, на сегодня все-таки закончить, ребят. Напиши игру в трех словах. Пиздец, мультяшная ебля. Счастье, здоровья, благополучия, чтобы быть в курсе, когда будет стрим и вообще всего, блядь. В группу ВКонтакте вступаем, не стесняемся. Вам, блядь, реально одну кнопку нажать нахуй, а мне это большая поддержка. И получается, все. До свидания. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.